Здорово! Ну, вот такую штуку я тут себе смастерил. Представляю. Посвящается всем русскоговорящим народам Великой России, Казахстана и Монголии. Короче, собрал я это все из хлама, который купил за копейки вообще. Там кишков сзади, потом покажу. Значит, это, значит, здесь педали от двух старых органов. Ну, есть немножко идеи модифицировать это все, добавить больше мануалов. Сейчас пока три только. Вот. То есть все это как бы подключено, естественно, к компьютеру, на котором можно что угодно включить, используя все библиотеки, контакторские библиотеки, каких хочешь, короче говоря. Вот. Ну и тут как бы это миксер, MIDI, пару мониторов, Mac'и такие маленькие, просто чисто для вот этого. И здесь у меня есть драм-машина Boss DR880. Вот. Пацаны, два пацана, барабанщик и басист там внутри сидят, такие маленькие, играют шаффл. Неплохо? Отлично, да? Вот, ну ладно, короче, сейчас сначала сыграю один эпизод, вот первая вещь, которую, то есть, и она называется Кибри, то есть... Почему кибрид-то назвал я это? Потому что это как бы слияние органа, фортепиано и клавиши. То есть как бы тут все вместе, поэтому keyboard и гибрид получилось, так? Трейдмарк. Значит, сейчас, короче, сыграю, покажу эпизод. Вот. Потом еще расскажу дальше. Здесь, короче, значит, у меня вот такой звук на правых, значит, есть одна октава ножных педалей. Такой звук, здесь такой. Тоже. А здесь, значит, такая штука. Вот здесь такой звук. Здесь электропиано. Там разделил клавиатуру. Ну, в общем, сыграю быстро сейчас небольшой эпизод. We'll be right back.
и так далее. Вот, то есть какая, почему я идея-то возникла? Я когда в Штаты приехал, значит, нашел работу, подвернулась работа органистом в церкви. Вот. То есть, в принципе, это орган, да? Вот. И ну, я пару лет поработал, потом пошел на курсы, закончил их, получил диплом. Сейчас у меня по русским стандартам докторская по органу. Вот. А потом я даже программу сделал свою, где-то минут на 50, CD даже есть. Вот. Органная музыка, там аранжировки в основном. Ну и короче, никому этот орган не нужен. Никто это не слушает. Там люди, эти органисты работают годами, приходят, играют концерт, там 10 бабушек сидят, храпят на их концертах. Ну, в общем, короче, никому это не надо. И я решил, что я, так сказать, учился, и технику эту наработал, органную. Вот, думаю, ну как-то это надо использовать. И, короче, вот пришел к этому, что в принципе вот это вот может существовать. Конечно, это музыкант, который сидит где-то на сзади. Как обычно, все клавишники сидят, но здесь, то есть, больше возможностей, что одновременно кучу звуков играю. Вот, то есть, в принципе, я вам выучил одну песню. Пока еще не сделал видео, но то есть это Кристина Агилера, такая есть певица здесь. Вот. Песня называется «Genie in a Bottle». Вот. То есть я нашел треки, послушал, сделал, ну, конвертировал в MIDI, сделал, короче, выучил, сделал партитуру и выучил все клавишные треки. То есть двумя руками, там это было наложением сделано. Я двумя руками это все смогу сыграть. Пока еще видео не сделал, но сделаю скоро. Вот. То есть это реально. И это, ну, это, я думаю, что это кому-то надо будет. Вот. А что еще показать тут? Сейчас я сыграю без этих, без пацанов. Чтобы вы не думали, что я дурачу вас. Просто одна партия клавиш, или как, партия кибрида. Все. Есть, короче, много как бы идей. Есть идея сделать, может, три мануала, ну, полные, 88, как для пианиста, в общем. А что я модифицировал, в отличие от органа, от стандартного органа, тем, что я сдвинул мануалы чуть-чуть, опустил, во-первых, ниже, и чуть-чуть сдвинул их вот так, ближе, и ниже опустил. То есть, в принципе, я могу одной рукой извлечь три звука на разных трех, то есть тремя разными звуками на трех мануалах. Вот, то есть в принципе, ну это можно, да, можно подключить одну и сыграть, но есть ли возможность сыграть три разных звука с тремя разными, три разные высоты, тремя разными тембрами. Вот. На одном мануале это невозможно. Ну, если только там, конечно, кучу программирования, ну это... Сейчас я переключу другой файл, открою для другого проекта. Сейчас немножко время надо. Короче, вот здесь вот сверху на этом, в этом уголочке, этот восклицательный знак, туда можно кликнуть, посмотреть. Там есть кое-что тоже интересное. Сейчас.
начал над новой вещью здесь, значит, работать. Вот, то есть, в принципе, можно же сделать, то есть, тут любые звуки можно, то есть, вот он, компьютер, что угодно можно напихать. Я могу на каждую отдельную клавишу, на каждом отдельном мануале сделать любой звук. Вот. Ну и плюс я хочу модифицировать другую педаль, настоящие органные, в смысле органные педали. Вот. То есть как бы полная клавиатура такая. Тут как бы от каких-то старых там органов я взял. А то, ну, профессиональная, короче, педаль, потому что это. Вот, например, вот на таким проектом. То есть, в принципе, например, музыку писать для театра, кино вообще. Готовый. Я, в принципе, это просто симпровизировал. Ну, или почти симпровизировал. То есть, ну, как-то мысленно я подготовился к этому. Вот, то есть, ну, вот, как я сказал, то есть идея, да, более обновить, может сделать мини-кейс, мини-клавиши, чтобы еще больше можно было. Но пока вот такое начало. То есть, я хотел вам просто показать, над чем я работаю сейчас. Ну все, спасибо за внимание, всем привет. Да, забыл, обещал же показать, что здесь, в общем, ну, близко. То есть вот, значит, мануалы, два мануала. Здесь можно любые звуки. Я, короче, говорю, что в принципе на каждую клавишу можно сделать. То есть это зависимости от проекта. То есть что я планирую. То есть вот так, допустим. Ну, говорю, пока неудобно, но, конечно, техника должна быть наработана какая-то. Ну вот эта драм-машина, которую я использовал, интересно кому-то. Компьютер. Мониторчики такие маленькие, специально для этого проекта купил. На них, конечно, я ничего не микширую, это просто. Это видео пульт. Это тоже Mac-и. В Америке любят все Mac-и. Все музыканты помешаны на Mac-и. Ну вот и все.